Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись — моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы изучить ее глубокие таинства, да еще при таком учителе, каков бессмертный Брюлов, я сочинял стихи. Стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил, и которые, наконец, лишили меня свободы, и которые, несмотря на всемогущие, бесчеловечные запрещения, я все-таки втихомолку продолжаю кропать. И даже подумаю иногда об их печатании, конечно, под другим именем, о печатании этих плаксивых, этих тощих детей своих. Правда ж, странное это неумолимое призвание.